Если к нам присоединится еще так называемая самооборона там и свобода, милости просим. Они не высказывают ничего почему-то. Их все устраивает. Они, наверное, хотят те же коррупционные схемы, придя к власти в городе потом на местных выборах. Те же коррупционные схемы на себе, чтобы они остались. А мы говорим, что мы этого не допустим. Вот и все.